Итак, в Подмосковье возвращаемся. Тут задержали влюбчивого насильника. Того самого его нашли в городе Михнево. Там 20-летний мужчина, который напал, помните, на шестиклассницу. Он потом скрывался от полиции. Вот сейчас он на допросе, после чего решат, арестовывать его или нет. Пока он считается подозреваемым. Ранее стало известно, что мужчину зовут Мухаммед, он так представился школьнице. После изнасилования, почему его называют влюбчивым, он сфотографировался с жертвой и договорился с ней о следующей встрече. Об этом в эксклюзивном интервью «Лайфу» рассказала мама потерпевшей девочки. Он взял мобильный телефон. Сначала, после того, как все это произошло, он сфотографировал себя и ее, ну, селфи сделал, скажем так. Потом сказал, что он ей отдаст телефон, но когда вот они дошли, она пошла домой, а он пошел не знаю куда, он сказал, что он ей телефон не отдаст, что он отдаст его только сегодня в 9 часов вечера на станции Кокушки. Случилось все ночью в деревне Шарапово, когда девочка шла домой от станции. Мужчина ее догнал, попытался заговорить. Школьница старалась не обращать на него никакого внимания. Тогда он напал на нее, дотащил до берега реки, там изнасиловал. Потом проводил до дома и даже сказал, что снова хочет встретиться.